Эйхо, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, это Океан Номад. Поехали! Ну что, сегодня опять отправимся на остров, но сегодня отправимся на хардкорный остров, который называется Костяной остров. И это один из самых опасных островов в этой игре. Ну что ж, пожелайте мне удачи, мы плывем! Так, мы высадились на остров, ребятки. Основная наша задача на этом острове — найти достаточное количество ресурсов для того, чтобы сделать вот это прелестное железное копье. У него гораздо выше дамаг, и оно гораздо круче смотрится в руках. Давайте изведаем остров, и надеюсь, здесь мы не найдем туземцев, потому что с ними я явно не готов тягаться. Вы сами понимаете, что они гораздо сильнее меня, их может быть гораздо больше, и они гораздо проворнее. Мы встречаем паука, но пауков мы встречали и раньше, поэтому не вижу в этом никакой опасности. Я думаю, я с ними слегка справлюсь. Как вы видите, я стал лучше владеть копьем, меня это радует. Посмотрим. Ткань, вода. Стандартный набор. Отправляемся дальше. Вижу уже еще одного паука. И хочу удвоить ресурс, который находится в этом ящике. Хорошо, забираем удвоенные ресурсы. Два слитка на дороге не валяются, поэтому очень хороший ящик. И я взял смелость подняться выше. Пока что ничего опасного здесь не вижу. Хочу убить еще одного паука. И это, если честно, уже стает очень даже легким делом. Хорошо, убиваем паука, забираем ресурсы с него. А, очень хорошо, что мне выпала солома. Мне как раз таки соломы очень сильно не хватает. И мне нужно еще 5 единиц соломы для того, чтобы сделать железное копье. Давайте поищем ее здесь, на острове. Скажите, пожалуйста, что это солома. Да, это солома, но всего лишь 3 единицы, и мне этого недостаточно. Мне нужно еще 2 единицы соломы поискать. Нужно походить по берегу, ничего не упустить. Я видел ящик, видел паука, и мы обязательно все это заберем. Так, сначала надо убить паука, потому что он заакился. Промазал, вот это на тебе. Давно я не промахивался, но тем... Да что, бля. Перехвалил, мне кажется, друзья. Перехвалил сам себя. И финальное убийство. Хорошо. Забираем. Есть 2 соломы. Как раз таки то количество ресурсов, которое мне было необходимо. Именно 10 единиц соломы мы получили с Костяного острова. Напоминаю вам, что Костяной остров является самым хардкорным на данный момент. И, как вы видите, мы очень легко с ним справились. Если честно, я ожидал, что будет гораздо сложнее. Но нет, крабики меня вечно дамажат, и в этот раз это не стало исключением. Они довольно проворные, очень быстрые, от них очень сложно увернуться. Я нашел еще одного паука, и хочу его убить. Если честно, я ожидал увидеть здесь каких-то новых животных или врагов. Возможно, даже мирных каких-то жителей, которые тоже когда-то потерпели крушение и надеялись на то, что кого-то когда-то увидят. Хорошо, еще 2 соломы. Забираем камень, смотрим, нет ли какого-то ресурса внизу. Возможно, где-то крабик спрятался. И идем открывать ящик. Он последний. Я надеюсь, там очень хороший лут, потому что я оставил его на самый-самый конец. Давайте откроем. И у нас здесь 5 бинтов. Я могу это удвоить и получить 10 бинтов, что очень выгодно, потому что они неплохо восстанавливают здоровье. Ну что, забираем 10 бинтов. И, я думаю, пора отправляться домой. Здесь нам делать больше нечего. Так, хорошо, мы дома, и теперь я смогу сделать свой заветный железный копейный инструмент. Так, ну вот тебе на. А я-то надо, мне 6 уровень, у меня-то только 5, представляете? А я-то, значит, тут размечтался. Хорошо, давайте сделаем тогда чистокол. Так. На чистокол мне нужны доски и нужны гвозди. Хорошо, что доски, что гвозди у меня есть в запасе. Это, кстати, очень хорошо. Я всегда рекомендую вам делать именно так. Давайте, так, у меня здесь угля не хватает. А вот где уголь взять, вот это уже проблема. Хорошо, сделаем чистокол, которого мне не достает. Не знаю, куда я его поставлю, но ладно, чего уж тут. Давайте, пускай тут стоит. Теперь я не могу подняться наверх, конечно же, но... Того требует задание. Так, обустройство. Хорошо, обустройство это хорошо, но давайте-ка вы подождете с обустройством. Я бы хотел попробовать закинуть бревна и произвести уголь. Великолепно. Потому что угля мне не хватает, а он очень сильно нужен, как вы уже поняли. Сами это видите, мне нужно получить 6 уровень для того, чтобы
сделать себе железное копье. Сделаем это и снова вернемся к вам. На этом все, друзья. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.